Беседа 31. Страница 195. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3:35-36. Великая польза постепенности открывается во всех делах. Так мы успеваем в науках, не вдруг всему научаясь от наставников. Так мы построили города, воздвигая их понемногу и постепенно. Так сохраняем и нашу жизнь. Не удивляясь, если этот порядок в делах житейских имеет такую силу. И в духовных делах можно усматривать великую силу этой мудрости. Только таким образом и иудеи могли освободиться от идолослужения, будучи удаляемы от него незаметно, мало-помалу. Сначала не слыша ничего возвышенного ни в догматах, ни в правилах жизни. Так и после пришествия Христова, когда настало время для открытия высочайших догматов, апостолы всех приводили ко Христу, на первый раз ничего не изрекая возвышенного. Так и Христос с большей частью слушателей беседовал сначала. Так поступает Иоанн Креститель, говоря о Христе как бы только о необыкновенном человеке и только прикровенно изображая возвышенные его свойства. Вначале он говорит: «Не может человек принимать ничего, если не дано будет с неба». Иоанн 3:27. Потом касается чего-то возвышенного, говоря: «Грядущий свыше и есть сущий над всем». 3:31. Далее опять низводит слово к чему-то смиренному, между прочим говоря: «Не мерой дает Бог Духа». 34. Потом опять возвышает слово: «Отец любит сына и все отдал в руки его». 35. Затем, зная, какую пользу приносит угроза наказания и как многие вводятся не столько обетованиями благ, сколько угрозами мук, заключает свою речь так: «Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 3:36. И здесь опять, говоря о наказании, возводит слово к отцу. Не сказал «гнев сына», хотя и он есть судья, а представил им отца, желая тем более устрашить. Но неужели, скажешь, достаточно веровать в сына, чтобы иметь жизнь вечную? Никак. Послушай, как сам Христос объясняет это, говоря: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Матфея 7:21. «И одной хулы на Духа достаточно, чтобы быть ввержену в гиенну». Но что говорить об одних догматах? Хотя бы кто право веровал и в Отца, и в Сына, и в Духа Святого, но если не живет, как должно, вера не принесет ему никакой пользы ко спасению. Поэтому также, когда Христос говорит: «Сия жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога» Иоанна 17:3, не подумаем, что этого и довольно для нашего спасения. Необходима еще добрая жизнь и благоповедение. И хотя Иоанн сказал: «Верующий сына имеет жизнь вечную», но затем присовокупляет еще нечто более сильное, так как он слагает речь свою не только из утешительных, но и из противоположных слов. И смотри, каким образом он прибавляет: «А неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Однако же отсюда мы не должны заключать, что довольно одной веры для спасения. Это доказывает многочисленные места в Евангелии, где говорится о жизни. Поэтому-то Иоанн и не сказал: «В этом одном состоит жизнь вечная» или «Только верующий в сына имеет жизнь вечную». Но о том и другом он говорит только вообще, что в них есть жизнь вечная. А если затем не последуют дела жизни, то наступит великое наказание. И не сказал Иоанн: «Гнев ожидает его, но пребывает на нем», показывая этим, что гнев никогда не отступит от него. Чтобы слов «не увидеть жизни» ты не относил к смерти временной, а веровал, что наказание будет бесконечное, он употребил такое выражение, которое означает «непрестанное мучение». Делал же это Иоанн для того, чтобы такими словами привлечь учеников своих ко Христу. Поэтому не лично им делал увещание, а говорил вообще, чтобы тем более привлечь их. Не сказал он «если вы уверуете» или «если вы не уверуете», а употребляет общее выражение, чтобы слова его не были для них подозрительны. Но он говорит с большей строгостью, чем сам Христос. Христос сказал: «Неверующий осужден» Иоанн 3:17, а Иоанн «не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
это весьма справедливо, потому что не одно и то же говорит самому о себе и о другом. О Христе могли бы думать, что он часто так говорит по самолюбию и тщеславию, но Иоанн был безопасен от такого подозрения. Если же впоследствии Христос употреблял более сильное слово, то же тогда, когда иудеи имели о нем высокое понятие. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил иудеи и пошел опять в Галилею. Иоанна 4, 1-3. Итак, сам он не крестил, но это разглашали вестовщики, желая возбудить слышащих о том ненависть к нему. Почему же он оставил Иудею? Не по боязни, а для того, чтобы пресечь клевету и утишить ненависть. Силен был он и сам удержать их, если бы они восстали на него, но не хотел этого делать часто, чтобы не оставить их в неверии о действительности его воплощения. Если бы он часто при нападениях избегал их, то это для многих могло бы быть подозрительно. Поэтому-то во многих случаях он действовал более по-человечески. Он желал, чтобы веровали как тому, что он Бог, так равно и тому, что он, будучи Богом, носил плоть. Поэтому и после воскресения своего он говорил ученикам: «Освежите меня и видите, что дух плоти и костей не имеет». Лука 24:39. Поэтому и Петра порицает, когда тот говорит ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого». Матфея 16:22. Как много он заботился об этом деле. 198. При том же, это есть немаловажный догмат в церкви, а самое главное в деле нашего спасения. И через это именно все для нас сделано и совершено. И смерть разрушена, и грех отъят, и клятва уничтожена, и бесчисленные блага дарованы нам в жизни. Поэтому Христос и желал так сильно, чтобы веровали в Его воплощение, этот корень и источник бесчисленных для нас благ. Действуя же по-человечески, Он не допускал сокрываться и своим божеским делам. Так, удалившись в Галилею, Он продолжал то же самое, что и прежде делал. Не напрасно удалялся в Галилею, но для того, чтобы совершать великие дела у самарян и устроять это не просто, а свойственной ему мудростью, чтобы не оставить иудеям никакого предлога даже к бесстыдному извинению. Выражает, евангелист превосокупляет: «Надлежало же ему проходить через Самарию». И тем показывает, что он это сделал как бы ненамеренно. Так делали апостолы, как они, преследуемые иудеями, шли к язычникам, так и Христос. Когда иудеи изгоняли его, обратился к язычникам, например, сделал это ради жены Сирофиникиянки. Цель была та, чтобы отнять у иудеев всякое извинение, чтобы они не могли сказать: «Он, оставив нас, пошел к необрезанным». Таким образом, и ученики его, защищая себя, говорили: «Вам первым надлежало слышать Слово Божие, а так как вы отвергли его и сделали сами себя недостойны вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Деяния 13:46. И сам Христос: «Не послан я к вам, но только к погибшим овцам Израилевым». Матфея 15:24. Или: «Нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам». Когда же они отвергли его, то этим самым отвергли дверь язычникам. Однако и тогда он не преднамеренно идет к язычникам, а как бы мимоходом. Итак, проходя мимо, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Для чего евангелист так обстоятельно говорит об этом месте? Для того, чтобы ты слышал, как говорит жена: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Стих 12. «Не находил этого странным. Это было то место, где Симеон и Левий в отмщение за Дину произвели жестокое убийство». Бытие 34.25. Не лишне сказать, откуда произошли самаряне, потому что вся эта страна называется Самария. Откуда же самаряне получили свое название? Самором называлась гора по имени ее владельца, как и Исаия говорит. Глава же Ефремова Самарон. Исаия 7.9. Впрочем, обитавшие там назывались не самарянами, а израильтянами.
В течение времени, когда они оскорбили Бога, то в царствовании Факея Феглафелосар, пришедший, взял многие города, напал на Иилу, умертвил его, и царство его отдал Осии. На Осии напал Салманасар, взял другие города, сделал их себе подвластными и обложил данью. Осия сначала уступил, потом отложился от его власти и прибегнул к помощи эфиоплян. Ассирийский царь, узнав об этом, пришел с войском, победил израильтян и для отвращения новых восстаний уже не позволил им оставаться в стране той, а отвел их в Вавилон и Мидию. А оттуда из разных мест вывел другие племена и поселил в Самарии, чтобы на будущее время обезопасить свою власть в этой стране, занятой уже верными ему жителями. Тогда Бог, желая показать свою силу и то, что он предал израильтян не потому, чтобы они были бессильны, но за грехи их, насылает на варваров львов, которые делали зло всему народу. Извещенный об этом царь посылает некоего священника иудейского преподать им закон Божий. Но и тогда они не оставили совершенно своего нечестия, а только отчасти, и уж впоследствии времени, отвергнув идолов, начали чтить истинного Бога. Между тем иудеи, возвратившиеся наконец из плена, возымели ненависть к ним, как и наплеменникам и своим врагам, и по имени горы стали называть их самарянами. Немалая вражда с ними у иудеев происходила от того, что самаряне принимали не все книги Священного Писания, а только книги Моисеевы, и немного придавали важности пророкам. Они же со своей стороны старались уравнять себя в благородстве происхождения с иудеями, хвалились своим родом от Авраама и считали его своим предком, так как он происходил из Халдеи, а Иакова, как его потомка, называли своим отцом. Но иудеи гнушались ими, как и всеми иными народами. Потому-то и Христа они поносили именем самарянина, когда говорили «Самарянин ты и бес в тебе» Иоанна 8:48. По той же причине и Христос в притче о шедшем из Иерусалима в Иерихон вводит самарянина, оказавшему им милость, Лука 10:37, человека, по мнению иудеев, низкого, презренного, гнусного. Также в числе 10 прокаженных называет одного иноплеменником, а это был самарянин, да и сам заповедал ученикам своим: «Не ходите на путь к язычникам и в города самарийские». Матфея 10:5, страница 200. Но евангелист напомнил нам об Иакове не для того только, чтобы отметить историю страны, но чтобы вместе показать потерю этого места для иудеев, уже давно сбывшуюся, так как уже во времена праотцев их язычники владели вместо них этим местом. Чем праотцы их владели, хотя то и не было их собственностью, то они по нерадению и беззаконию потеряли, хотя это уже было их собственностью. Так нет никакой пользы происходить от хороших предков, когда потомки не похожи на них. Варвары, чтобы только избежать большой беды, тотчас обратились к иудейскому богопочтению. А иудеи, и потерпев столько наказаний, не вразумились. Итак, в эту страну пришел Христос, который всегда отвергал жизнь изнеженную и прихотливую, а проводил жизнь многотрудную и стеснительную. Он не употреблял подъеремных животных, но сам путешествовал так спешно, что и утомлялся от пути. Да и при всяком случае он внушал нам делать все самим, не иметь ни в чем излишества и не требовать многого. Он желает нам быть до того чуждыми всякого излишества, чтобы и в самом необходимом многое сокращать, потому и говорил: «Лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где к главы подклонить». Матфея 8:20. Таким образом, он очень часто проводил время в горах, в пустыне, не только днем, но и ночью. Провозвещая это, и Давид сказал: «От потока на пути пьет» Псалом 109:7, показывая простоту его образа жизни. Тоже показывает здесь и Иоанн. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу. 6-8 стихи. Из этого мы узнаем, как усилены были его путешествия, как он не заботился о своем пропитании и только мимоходом занимался этим делом. Так научились и ученики его удовлетворять свои потребности. Они не носили с собой дорожных припасов. На это указывает и другой евангелист, говоря, что когда Христос сказал о закваске фарисейской, то ученики думали, что не принесли с собой хлебов.
когда Христос водил с собой учеников алчущих, срывающих и едящих колосья. Также, когда говорится, что сам он, чувствуя голод, пришел к смоковнице, то этим всем он ничему-нибудь другому научает нас, как презирать чрево и служение ему не считать достойным заботы. Посмотри здесь, они не принесли с собой ничего, и однако ж, не имея с собой пищи, не заботились о ней заранее, или с самого дня, сначала, но пошли купить ее в то время, которое обыкновенно все уже обедают. А мы, как только встаем с одра, заботимся об этом прежде всех других дел. Призываем поваров, служителей трапезы и с большой заботливостью отдаем приказания. А после того же приступаем к другим делам, всегда, однако, заботясь о житейском, преимущественно перед духовным. И то, что нужно, мы должны были считать излишним, признавая необходимым. Так-то все делается у нас превратно. Между тем, следовало бы обращать все внимание на духовные дела, и уже исполнив их, принимать за житейские. Далее, из этого видно не только терпение Христа в трудах, но и удаление от пышности. Он не только утомился и сел на пути, но и остался один, а ученики его ушли. Конечно, если бы он пожелал, то мог бы или не всех учеников посылать, или по удалению их иметь при себе других служителей, но он не хотел этого. А таким образом и учеников приучал презирать всякую пышность. Что же важного, скажет кто-нибудь, что они жили скромно, будучи рыбарями и скинотворцами? Правда, они были рыбари и скинотворцы. Но они внезапно воспарили в высоту небес и сделались важнее всех царей, удостоившись быть собеседниками владыки вселенной и следовать повсюду за этим дивным учителем. Вы знаете и то, что люди из низкого состояния, достигающие почести, легче увлекаются высокомерием, неблагородно пользуясь почестями. Итак, Христос, желая утвердить учеников своих в неизменном смиренном мудре, учил их во всем умерять себя и ни в каком случае не требовать прислужников. Сам он, как говорит евангелист, утрудившись от пути, сел у колодца. Видишь, он сел от усталости и жары для того, чтобы дождаться учеников. Знал он, что должно было случиться у самарян, но не для того главным образом пришел сюда. А хотя и не для этого пришел, однако не имел нужды отгонять пришедшую жену, показавшую так много усердия к его учению. Иудеи его гнали, тогда как он именно к ним пришел, а язычники привлекали к себе и тогда, когда он шел в иные места. Те ненавидели его, а эти веровали в него. Те негодовали, а эти удивлялись и поклонялись ему. Что же, уже ли надо было пренебречь спасением стольких людей и такую искреннюю ревность оставить без внимания? Это недостойно было его человеколюбия. Поэтому он и устрояет все в настоящем случае свойственной ему мудростью. Он садится для вдохновения тела и прохлады при источнике. Был самый полдень, что и означает евангелист словами «был же час шестый» и «сидел». Что значит «так»? То есть сел не на престоле, не с возглавием, но просто, как случилось, на земле. Женщина самарянская пришла черпать воду. Страница 202. Смотри, как показывает евангелист, что и жена вышла из города для другой цели, преграждая всякий повод к бесстыдному прикословию иудеев, чтобы кто не сказал, что он противоречит собственной заповеди, повелев ученикам не входить в город самарийский, а между тем сам беседует с самарянами. Для этого также преусокупляет, что ученики его отошли в город купить пищи, представляя таким образом многие причины беседы его с женою. Что же жена, услышав его слова «дай мне пить», она очень разумно обращает слова Христова в повод к вопросу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». 4.9. Почему она думала, что он иудей? Может быть, узнала по одежде или по наречию. Но заметь, как осторожна жена. Если надлежало остерегаться, то Иисусу, а не ей. По ее словам, не самаряне чуждаются иудеев, а иудеи не сближаются с самарянами. Однако жена, будучи сама свободна от этого упрека и думая, что другой ему подвергается, не умолчала, но исправляет дело, по ее мнению, не согласное с законом. Может быть, кто-нибудь станет недоумевать, как Иисус просил у нее пить, когда этого не дозволял закон. А если он еще предвидел, что она не даст ему пить, то и поэтому не следовало просить. Что же сказать на это?
то, что для него самого нарушение подобных обычаев было делом безразличным. Кто других вел к нарушению иудейских правил, тот тем более сам мог нарушать их. Ибо не входящее в уста, говорил, оскверняет человека, но исходящее из уст, то оскверняет человека. Матфея 4.11. Между тем, беседа его с женой могла быть немалым осуждением для иудеев, потому что он многократно привлекал их к себе и словами, и делами, но они не последовали ему. А посмотри, как жена увлекается простым вопросом. Сам он не вступал на это дело, на этот путь, то есть, разумеется, обращение язычников, но не препятствовал, если к нему кто обращался. Хотя он и говорил ученикам: «В оград Самарийский не входите», но не повелевал отгонять приходящих. Это слишком было бы недостойно его человеколюбия. Поэтому он отвечает жене и говорит в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». 10 стих. Прежде всего показывает, что она достойна его слушать, а не должна быть отвергнута. Потом уже открывает себя. Она же, как только узнала, кто он, тотчас готова была и повиноваться, и внимать ему, чего нельзя сказать о иудеях. Они, даже и узнав его, ни в чем не спрашивали его, не имели желания научиться от него чему-либо полезному. Напротив, поносили его и отгоняли от себя. Но вот жена, услышав его слова, смотри, с какой кротостью отвечает ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Стих 11. Сейчас видно, что Христос отклонил уже ее от низкого о нем понятия, от мысли, что он один из обыкновенных людей. Она здесь не просто называет его Господом, но в знак особенного уважения к нему. А что она по уважению это сказала, видно из последующей беседы. Она не шутит, не насмехается, а только недоумевает. А что она не скоро все поняла, не удивляйся. Ведь не понял Никодим. Что же говорит? Как может сие быть? Как может человек родиться, будучи стар? И еще. Как может войти в утробу матери и родиться? Но жена говорит с большей скромностью: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иное говорит ей Христос, а иное она разумела. Не слыша от него ничего более сказанных слов, она и не могла помыслить ничего возвышенного, хотя и могла сказать ему смело: «Если бы ты имел воду живую, то не стал бы просить у меня воды, а сам бы прежде себе дал ее, а теперь ты только тщеславишься». Но ничего подобного она не сказала, а как сначала, так и после отвечала ему с великой скромностью. Сначала она говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить?» А не говорит так, как бы разговаривала с наплеменником и врагом: «Не быть тому, чтобы я дала воды такому человеку, врагу и чуждому нашего рода». И потом, слушая его возвышенные слова о себе самом, что особенно раздражает врагов, она не смеется, не поносит его, но что говорит: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Видишь, как она вводит сама себя в именитый род иудеев. Слова ее значат вот что: «Иаков пользовался этой водой, и никакой другой лучше и сам не имел, и нам не дал». Таким образом, она показала, что уже с первого ответа она возымела мысль о нем высокую, возвышенную, потому что слова «и сам из него пил, и дети, и скот его» не иное дают разуметь, как то, что она имела мысль о лучшей воде, так еще не находила ее и не знала хорошо. И если же выразить яснее то, что она хотела сказать, то будет так: «Ты не можешь сказать, что Яков, давший нам этот источник, сам пользовался другим, потому что и сам он, и дети его пили из этого, а они не пили бы отсюда, если бы имели другую воду, лучшую. Ты этой воды не можешь достать, а другой лучшей тебе невозможно иметь. Разве признаешь себя самого большим Якова? Откуда же ты имеешь ту воду, которую обещаешь дать нам?» Иоанна 7:38. Иудеи не так скромно говорили с ним, хотя и с ними он беседовал об этом же самом предмете и напоминал о такой воде. Но они не приобрели для себя от этого никакой пользы. А когда он упомянул об Аврааме, то они замышляли даже побить его камнями. 8.56.
Но не так обращается с ним жена, а с великой кротостью среди полуденного зноя говорит и слушает все с терпением, и не думает, подобно иудеям, сказать: «Бес тебе, и ты неистов». 10:20. «Держит меня у источника, ничего не давая, а только величаясь на словах». Она терпеливо внимает в ожидании найти желаемое. Страница 204. Если жена самарянская показывает такое усердие, чтобы научиться чему-нибудь полезному, и пребывает со Христом, хотя еще и не знает Его, то какое помилование можем получить мы, знающие Его, и притом находясь не на источнике, не в пустыне, не среди дня под палящими лучами солнца, но в утреннее время наслаждаясь под этим кровом тенью и прохладою, и при всем том не имея терпения выслушать что-либо из Слова Божия, отяготясь этим». Не такова жена самарянская. Она так увлекалась словами Спасителя, что и других призывала к Нему. Иудеи же не только не призывали других, но и желавших прийти к Нему препятствовали и не дозволяли. Поэтому говорили: «Не уверовал ли кто от фарисеев? Но народ сей невежда в законе, проклят он». Иоанна 7:48. Итак, будем подражать самарянской жене. Будем беседовать со Христом. Он и теперь среди нас предстоит и говорит нам через пророков и через учеников своих. Будем слушать и повиноваться. Доколе мы будем жить напрасно, без пользы. Не делать угодное Богу действительно значит жить напрасно, или лучше не только напрасно, но и во вред себе. Если данное нам время мы не употребим ни на какое полезное дело, то отшедшие отсюда подвергнемся величайшему наказанию за потерю времени. Если получивший деньги для торговых оборотов и потом истративший их подвергнется ответственности перед верившим их ему, то уже ли не понесет наказание истощивший эту жизнь напрасно? Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь и вдунул душу, чтобы мы пользовались только настоящим, но для того, чтобы все делали для жизни будущей. Только бессловесные созданы для одной настоящей жизни. А мы для того и имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к той жизни. Если кто спросит, какое назначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что не другое назначение, как только служить нам в настоящей жизни. А о нас нельзя этого сказать. Для нас есть лучшее состояние после отшествия отсюда. И нам все надо наделать так, чтобы там просиять, ликовать с ангелами, предстоять царю всегда в бесконечные веки. Для того и душа наша создана бессмертной, да и тело будет бессмертно, чтобы мы наслаждались бесконечными благами. Если же ты пригвождаешь себя к земле, тогда как тебе предложено благо небесное, то подумай, какое в этом оскорбление для дарующего их. Он предлагает тебе горнее, а ты не слишком этим дорожа, предпочитаешь землю. Поэтому, как оскорбленный, он угрожает гиенною, чтобы ты из этого познал, каких благ лишаешь сам себя. Но да не будет, чтобы мы подверглись этому наказанию. Но благо угодив Христу, да сподобимся вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.